Почему там же Михаил? У нас тут не все. Это вы видите, как мы все из вас попросили. Ну, ты что? Нет. Да, у нас есть один большой, мы будем просто проходить во внутренний, зайдем, вы увидите такое большое помещение. Там были комнаты, то есть есть где было распределение. Сейчас мы как по своим, да, по своим это, формам. А вот там дверь открытая. Да, но у нас только не этот, а мы будем его открыть. У нас тот музей и один. Мы выбрали сейчас музей, летний зал. Да, ну подождите, сейчас я буду сюда, вас гамбиту, я пока начну с вами проникнуть. Они еще не слышат. Когда было жарко, строили специально, сейчас пойду. Помещение летнее. Почему он не работает? Потому что сначала были холодцы. Вот здесь мы видим с вами арку холодца, глубина которого 8 метров. То есть в этот холодец вода, например, Альбоса хребты, у нас есть одна гора, которая находится рядом, Качал, 4000 метров, от нее проводились арыки в этот колодец. То есть вода, и все, что вы видите, вода поступает в Иране с гор. Сюда поступала вода. Видите башенка раз, видите башенка два. Это башенки называются ветроуловители. Вот эти вот внутри прорезы. Ночью холодный ветер бывает, ну, они как бы заманивают их, втягивают, потому что там пустот, втягивает себя, давит вниз, а тот ветер, воздух, который уже нагрелся под давлением пальцев, он выходит наверх. То есть идет вот такая циркуляция, плюс